Народная артистка России Александра Захарова через суд пыталась доказать, что ей принадлежат авторские права на спектакли отца, Марка Захарова. Однако в ходе разбирательств выяснилось, что режиссура входила в служебные обязанности художественного руководителя. Поэтому в иске принцессы Ленкома было отказано. 60-летняя артистка до сих пор является ведущей актрисой театра отца и, по признанию, директора получает 350 тысяч рублей в месяц за две главные роли в спектаклях. Однако Захаровой этого недостаточно. Народная артистка требует большего. Меня потрясли, идут бесконечные его интервью, я читаю, бесконечные. Вот этого директора театра. Вот этого директора театра. И во всем, что говорит этот человек, совершенно во всем, нет ни капли правды. А как вы считаете, почему ведущая актриса Ленкома никак не успокоится?